фактов, которые имеются на сегодня в социальных сетях, в средствах массовой информации, о разных там выбросах животных, там каких-то загрязнениях, они не подтверждаются. То есть силами спасателей и техники таких фактов выявлено не было. То есть вот эти десятки тонн моллюсков отсутствуют? Конечно, конечно. Могло ли быть так, что оно все было, но это все просто унесено уже приливом, волной? Ну, если не десятки тонн, но хотя бы что-то такое зримое. Ведь есть же видео, которое подтверждает, что такое было. Я думаю, что не может такого быть, потому что сразу после выявления этой информации, вот места, в которых там якобы производились эти съемки, там и в описаниях где-то, эти места были сразу обследованы. И, то есть, если бы это было, то это было бы видно и наглядно. Вот. Никаких пятен на воде, никакого постороннего запаха нету. Пробы, которые на сегодняшний день отобрал Роспотребнадзор и в соответствии со своими возможностями провел все различные экспертизы, тоже не показали никаких превышений. Водолазы погружались, вода чистая, дно чистое, никаких там жжений, кожи, еще каких-то моментов нет. Но это у водолазов, а тех сотрудников, они же достаточно много времени проводят на берегу, которые обследуют? Никаких нарушений медицинских показателей на сегодняшний день ни у кого не было, несмотря на то, что ежедневно работают и на воде, и на берегу.